застрял, сержант. Ирландец, паниковать в такой ситуации – это самое худшее. Не надо так говорить. Ты меня до усрачки пугаешь. Пак, помоги сдвинуть сиденье. А мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, да. Слышишь? Каким образом? Двери заклинило. Черт! Не так все должно было произойти, ирландец. Возьми мой пистолет. Ты чего, блядь, задумал? Он теперь твой. Ты чего, блядь, задумал? Если волк хочет выжить, он должен открыть себе лапу. Стреляй! Не делай этого! Давай, Рекер, стреляй в окно! Это приказ! Рекер, блядь, не вздумай! Спасайтесь, выбирайтесь отсюда! Выбирайтесь в корню! Бросай оружие! Черт возьми, Рекер! Я чуть тебе в лицо не пальнул! От хвоста ты избавился! Полегче, Пак! Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там! Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, у меня. Славно. Черт! Уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный. Возвращаюсь с севера. Уже близко. Запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте мой запись. Займи позицию у окна. Будем прикрывать ирландца. Возьми патроны в контейнере. Вон еще появились, видите? Тапочка, Рекер! Еще двое слева! Валим их! Ирландец, давай к нам! Кто-то еще движется? Мы все грохнули! Чисто! Руку дай. Ты цел, ирландец? Твою мать. Кто сказал, что эта хата безопасна? Могильщик, выдвигаемся. Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе. Приведите отряд на позицию. Конец связи. Внизу. В атриуме. Они нас пока не заметили. Надо их сразу завалить. Пометь их и дай сигнал. Пока вы в комнате!
Еле держусь на ногах, но стою. Не обойди! Спускаемся! Все целы? Вот наш выход. Трекер, поищи в контейнере взрывчатку. Сделай, чтобы в ушах звенело. Все в укрытие! Сейчас рванет! Чудесно. Пошли. Магийщик главный, это жар-птица 2-1. Мы на подходе. Каково расчетное время прибытия? Прием. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Выводи своих парней на крышу. Не заставляйте меня ждать. Просканируешь сектор, Рек. Вон то здание. Это скорее половина здания. Да, две дымовые трубы прямо впереди. Видишь, Рекер? Есть! Это наша точка эвакуации. Так, Хокинс сообщала о присутствии противника. Видишь их? Парочка мудаков у нас на пути, да? В бинокль тоже видно боеприпасы и оружие. Хорошо. Готов идти, Рекер? Не прекращать огонь! Понял, Рекер. Вот она! Внимание! Вижу впереди множество тепловых сигнатур. Никто не поможет! Как понял. Ждите, перезаряжаюсь. Пробираемся через поле, затем сгибную трубу. Эвакуация, вот и мы.
огонь! Это единственный путь! Уже почти на месте! Всем! Патроны в магазине. Есть, еще грузовик. Теперь что?
меня мурашки по коже от этой старой развалюхи. Ага. Сильно, зараза, напоминает мне о доме. Слышно. Прости, что я там посетился. Не бери в голову, мы все живы. Это самое главное. Чисто. Углы, парни. Мы наверх в этой хреновине поедем? Так быстрее всего. Да и искать другие варианты некогда. Это вы еще с террасы не смотрели. Думаю, я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотреть в оба. Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Блядь! Эй, понял. Помогите! Ожив! Вот падла! Встаем! Эта падла разнесет все тут нахрен! Бежим! Далеко еще! Ты че? По-моему, это верхний этаж. Могильщик главный, где вас черти носят? Верхний этаж. Забежим! Он летает, да? Тащите вертолет быстро! Надеюсь, эти блядские данные того стоят. Быстрее! Залезайте сюда! Здание шатается! С дороги! Не подходите! Фокер, стой за себя! Я потеряла управление! Не видно Хокинса или кого-то еще? Нет, никто не выжил. Вытащи данные из-под обломка. Не могу, его придавило. Попробуй, я тут трекер вытаскиваю. Вот черт, вот черт. У него нога шлопнулся из ордена. Дан, с тобой все будет в порядке, я обещаю, мы тебя вытащим. Фак, топливо. Да, знаю, знаю. Стой. Трекер, прикрой меня. Выходи, быстро. Выходи! Я помогу! Пожалуйста! Я помогу! Нет, пожалуйста! Нет, уходите! Опасно! Черт, вы гражданские! Рейкер, мне нужен твой нож! Зачем? Штаб сержант! Придется резать ногу! Что придется? Рейкер, иди сюда! Иди к ним, Рейкер! Я тут сам! Иди! Если волк попадает в кокон, он отгрызает тебе лапу, чтобы выжить! Ну же! Кости все равно раздроблены! Тут только мясо и ткань! Давай, режь! Нам нужно ехать. Он умер? Нет, не умер, а просто потерял сознание. Тебе ли не знать, ты вроде как дали помощь. Это были трехчасовые курсы. Сюда летит, ложись, ложись. Поехали, поехали. Вертолет возвращается, поехали. Эти азеры славные ребята, да? Давайте в машину. Ты выживешь, да? С тобой все будет в порядке, мы тебя выпишем, обещаю тебе. Он же выживет, правда? Он же командир, обязательно выживет. Поехали, Рейкер, ты за рулем. Крепость, это могильщик. Наш вертолет подбит. Нужен другой вариант, как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Вас понял, крепость. В пути. Где вертолет? Не знаю, я смотрю. Черт, нога! Жена меня убьет. Дан, дыши медленнее. Мы довезем тебя домой. С тобой все будет в порядке. Если полученные данные насчет адмирала Чана и русских подтвердятся, домой никто из нас не поедет. Кто-нибудь еще слышит первые аккорды Дикси? Вон он летит! Трекер!
Сможем оторваться? Это, блядь, вряд ли. Где же эта падла? Куда он делся, видишь его? Я не видел, куда он, блин, делся. Вот, вижу. Приготовиться. Быстрее! О! А еще б чуть-чуть. Поднажми, черт возьми. О, заходит для обстрела! Вот, блядь. Нет. Мочи этих мудаков. Могильщик раздобыл данные. И что? В случае военного переворота в Китае русские будут на стороне адмирала Чана. Это подтверждение рапорта нашего агента в Китае. Значит, штаб-сержант Дан погиб ради того, что мы уже знали. На улицах Шанхая массовые беспорядки, капитан. И тут замешаны русские. Нам нужно было знать наверняка. Наше закрытие Суэца – это уже довольно деликатная проблема. Один неверный шаг – и будет война. У вас приказ, капитан. Слушаюсь, сэр. Мы направляемся к восточному берегу Китая. Военное положение, блядь, для миллиарда людей. Они в бешенстве из-за убийства Цзиньзе. А кто это, сэр? Он мог стать следующим президентом. Прогрессивный человек. Добивался от правительства прозрачности, честности... свободы слова. Адмирал Чан убедил немало людей, что Цзэ убили мы. Если ваша операция провалится, у Чана будет нужный ему повод подкинуть реальный объект для всей этой ярости и ненависти. Будет война. Ваша задача — вывести випов из башен Джию целыми и невредимыми. Координировать эвакуацию будет секретный агент Ласло Колик. Используйте оружие только в случае крайней необходимости. Рекер, штаб-сержант Дан считал, что именно вы должны руководить командой и отдавать приказы. Его гибель — это без преувеличения трагедия. Я бы не хотел пожалеть о том, что выполнил его волю. Делайте все правильно. Не высовывайтесь. У вас нет права на ошибку, парни. Надеюсь, с машиной ничего не случится. Успокойся, братишка. Все будет в порядке. Ну что, звонил жене Дана? Как-то все времени не было, Пак. Да и что я ей скажу? Его смерть легкой безмятежной не назовешь, а врать я не могу. Ирландец! Извините, дамочка. Что за хрень тут творится? Полиция в панике. Но нам-то это говно по боку. Мы просто проедем и заберем наш приз, так? Вальсируя между капель дождя, да, Рекер? Я бы сейчас не отказался от чашечки кофе. Ага, а вот и мотопехотные войска. Так точно. По-моему, эти мудаки на меня пялятся. Веди себя естественно. Естественно? Слышь, чего он хочет? Я что, блядь, на китайца похож? Здание кто-нибудь видит? Дальше мы не проедем, если вы чего-нибудь не придумаете. Ага, налево. Здесь налево. Проезжаю. Вроде все нормально. Здание я вижу. А нам на какой этаж? И сколько там випов, по словам Гаррисона? Трое, включая Ковика? Ковик и два местных. Вот, блин, эй, полегче там, успокойтесь. Нам нужно налево, здание слева. Черт, мы застряли. Придется выходить, парни. Дальше пойдем пешком. Вас понял. Давай, Рекер. Выходим из машины. Запер. Сейчас посмотрю.
Господа, проходите. Что нам делать? Бегать по городу – это не то же самое, что пытаться уйти с випами. Расслабься, Фар. Мы доставим их на Валькирию. Оставь это мне. Наверх. Оттуда мы увидим все с высоты птичьего полета. Эта вертушка не сулит ничего хорошего. Черт! Что за нами? Даже о китайском спецназе не говори. Нам нужно туда. Внизу напротив. Надо все сделать аккуратно и тихо. Наши шпионы могли упустить и что-то еще помимо этого. Нужно сообщить на Валькирию. Крепость, это Могильщик 4. Есть сообщение. Прием. Крепость, докладываю обстановку. Большое скопление китайских солдат в заданной точке. Похоже на спецназ. Количество пока неизвестно. Прием. Действуйте по ситуации и вытащите их оттуда поскорее. Понять связь. Понял. Отключаюсь. Пошел! Фойе вроде чисто. Лифт здесь. Рекер, вызывай лифт. Давай, Рекер. Посмотрим, что у нас есть. Приготовиться. Это что еще за пукалка, мать вашу? Нам нужно в гостиницу. Не вижу. Випы наверху, значит, это небесный бар и крытый переход, по-моему, так. Небесный бар. Это точно на крыше. Ты должен позвонить жене Дана. Да, я знаю. Просто... закрой эту чертову дверь! Черт! Не то ты так! Черт! По-моему, мы только что вторглись в Китай. Придется искать другой выход. А что, у нас есть выбор? Нет. Только быть начеку и выжить. Говорите. Все нормально. Маник. Чертовых випов. Ирландец, рэп, гляньте-ка. К чему они готовятся? Начинаю обстрел! Thank you.
Капитан! Справа! Ох, господи! Сколько уже можно... Бляха-муха. Защитная дверь. Поколдуй-ка, пап. Секундочку. Дьявол. Херово. На крышу лети. Рек, следи за окнами и будь готов. Ты мины-то захватил, Рек? На позицию! Они на балконе! Поторопись, Бак! Быстрее, не могу! Пусть подойдут ближе, тут мы их и уложим. Почти готово! Ладно, стреляй, Крэг! Они лезут в лесу! Чисто. Давайте, парни, я закончу. Фух, проще некуда. Здесь должна быть лестница. Ясно. Все целы. Ты в порядке, Рэп? Пошел, мы уже близко. Первый этаж. Готов? О, господи! Наши ВИПы? 38. О, нет. Вот наш номер. Господи боже. Ёлки-палки. Тут в живых никого. Вы припозднились. Чтобы пробиться наверх через разведчиков, требуется время. Поэтому я и поменял комнаты. Если ты ходишь, Ковик, мы тебе, черт возьми, зачем? Выйти на улицу труднее, чем в коридор. Заходите. Ну же, Рекер! Где машина? Машина? По улице нам не проехать, там полно китайских солдат. Ну, охренеть можно. А что это за випы? Это очень важные люди, женщина и ее муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Я Ханна, а это мой муж. Спасибо, что пришли. Извините, сэр. Простите, мэм. Вы меня понимаете? Вы в порядке? Передвигаться сможете? Мой муж ранен, ему нужно отдохнуть. Времени отдыхать у нас нет. Я заметил вертолеты на крыше, надо уходить. Значит, идем наверх. Что?
захватите вертолет, а я его поведу. Нравится или нет, но таков план. Или есть варианты, сержант? Теперь мы вертолеты угоняем. Мы закончили. Моему мужу нужна помощь. Все это насилие. К чему оно приведет, сержант? Это не... Спасибо, что пришли, сержант. Я благодарна вам за это. Пошли. Быстро. Вперед. Вперед. Беги, беги. Не высовываться. Пошли, Рекер. Если не получится, нам хана. Выбора у нас сейчас нет. Идите вперед. Сэр, мэм, ждите здесь. Ладно, идем наверх. Осторожно, Рек. Используй укрытие! Бля, Рекер, орлиный глаз! Блять, не могу прицелиться в этих мудаков! Прикрой меня! Готово! Рекер, вали! Я за тобой, Владик! Пошли, пошли, давайте! Нашалась! Либо ранила! Он жив! Нам нужно убежать! Натаскивайте его! Херовая была идея, Кови! Там ты сдох! Могильщик 4. Крепость на связи. Нам пришлось покинуть машину. Випы летят к вам в захваченном вражеском вертолете. Одному из них требуется срочная медицинская помощь. Мы все еще в башне, сэр. Ищем другой выход. Прием. Ясно. Оставайтесь на связи. У нас все наперекосяк. Могильщик. Господи Боже. Эй.
что, клаустрофобия? Блин, пап, меня не лифты беспокоят. Все дело в высоте. Я ее боюсь. Вы что, блядь, издеваетесь? Что? Я эту песню люблю. Хорошая, блин, песня. Пока все хорошо. Я пойду первым. Пошли. Если это то, что я думаю. Вот о чем я и говорил. Крепость — это могильщик 4. Повторите еще раз. Повторяю. Мы не можем оставаться на текущей позиции. Эвакуация невозможна. У вас 30 минут, чтобы вернуться на корабль. Это крепость. Конец связи. Вертолет над площадью. Быстрее всего будет на восток. По главной улице. Отправляемся к реке, там что-нибудь придумаем. Вы слышали? Прикрой тыла! Аллея налево, бегом! Хорошо, осторожнее на углах. Будет нелегко. У нас легко не бывает. Сюда! Мы
почти у реки. Ни хрена себе! Тут война полным ходом. Что за херня там происходит? Ну же! Боже! Это уже гражданская война какая-то. Блин, здесь все вышло из-под контроля. Это и вижу, понятно. Спасибо. Сюда. Помогите нам. Мы хотим добраться до реки. Что же мы здесь закрыли? Режь! Американцы, нужна помощь. Заходите. Будь начеку, Рекер. Расслабься, Пак. На злодеев они не похожи. Как дела? Нихуама? Отойдите от окна. Это опасно. Не стойте у окна. Отойдите. Мы пытаемся дойти до реки, но у людей Чана есть танки. В город не пробраться. Мы направляемся к реке. А тут гранатометов нет? Один есть. Наши люди дают отпор. Но у Чана бойцы посильнее. Мы в ловушке. Нам нужна ваша помощь. Будьте здесь, защищайте ребенка. Давай, Рекер, пошли. Рек, видишь танк? Чтобы пробить его броню, понадобится взрывчатка. Рек, тащи бинокль. Посмотри, может, где найдется то, что нам надо. Как у нас со временем? Херово, как обычно. Нам нужно вынести эту штуку и уходить из города по реке. Наш путь перекрыт танком. Нужно взглянуть на это сверху. Как насчет этого здания? Посмотри, нет ли тут чего полезного, Рек? Нам нужно мощное оружие.
работа. Спускаемся к воде и валим отсюда. Скорее же! Мы должны просигналить кораблю. Эй! У нас тут полно гражданских! Пожалуйста! Что он говорит? Думаю, они нам помогут. Регер, ты первый. Пак, ты в норме? Ага, вполне. Крепость. Это могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку. Это крепость. Вас понял, могильщик. Это старое ржавое ведро еле тащится. Прием. Это крепость. По вам ведут огонь, могильщик? Повторяю. Могильщик, по вам ведут огонь? Доложитесь. Безопасное место. Крепость — это могильщик. Черт, сдохла. Посмотри. Все эти люди и флот, как живые мишени. За нами! За нами! Безопасное место! Владец, что творишь? Мы не можем их оставить, Пак. За нами! Мы доставим вас на Валькирию! Владец, ты в своем уме? Я в своем уме. За нами! За нами в безопасное место! Давайте! Давайте! Крепость — это могильщик, ответьте, прием! Крепость — это могильщик, ответьте! Давайте побыстрее, доктор! Я стараюсь, сэр, но многие беженцы требуют лечения. Мы хоть примерно знаем, сколько их у нас на борту? Полагаю, от 350 до 400. Точную цифру скоро получите. Это все? Да, сэр. Что с моей просьбой дать мне больше помощников? Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. Сэр, я знаю, многие недовольны, что мы принимаем всех этих беженцев. Но как бы то ни было, я думаю, что вы поступили правильно. Спасибо, лейтенант. Ворочался. Плохие сны. Пересменка в 10. Это еще 2 часа. И я удивляюсь, как ты вообще заснул. Черт, как же жарко здесь. Как будто на этом корабле воздуха нет. Кстати, тут ирландец был. Тебя будить не стал. И это правильно. Если есть возможность, надо спать. Большой. Хоть двигатель-то работает. Дизель — это Божье благословение. Это почему? Свечей зажигания нет. Погода ясная. Бинокль с собой. 100 лет назад у нас не было бы проблем. А сегодня ослепли как кроты. Гребаные китайцы. Мы не уверены, что это были китайцы. Хочешь поспорить? Ставлю 100 баксов, что это. Там мы встретимся с Титаном. Узнаем наверх. Вот 6. Просьба всем, кто говорит или понимает по-китайски, доложить об этом своему начальству. Ну что же, Эми преподнес нам кучу сюрпризов. Сержант, дело еще не в проворот. Тревор, идите с парнями к генераторам ВЛ-4.
Гидравлика в простое. Вы должны осмотреть основные подводящие трубы и проверить, не забита ли канализация. Ясно? Затем нужно восстановить кондиционирование. Внимание всем! Приготовиться ко встрече с Титаном через 25 минут. Ты бы держал ирландца на поводке? Вы, клоуны, притащили на борт целую прорву народа и превратили нас в убежище для тех, от кого мы должны держаться подальше. Они же враги! Хотя, наверное, вскоре этой проблемой займутся на Титане. Будет отвечать вам за это не придется. Медотсек вон там! Ее муж заговорил. Но, возможно, травма головы у него серьезнее, чем мы думали. Эй, вам туда нельзя. Вы с ума сошли? Там мой муж. Мне очень жаль. Пустите меня. Кто здесь главный? Не могли бы вы отойти, мэм? Она с нами. Пропустите ее, салаги. Надо сделать томографию. У него может быть кровоизлияние в мозг. Это невозможно. Большая часть нашего оборудования отключилась из-за импульса. Мы планируем встретиться с Титаном, после чего можно воспользоваться их техникой. Я буду пристально наблюдать за вашим мужем, мэм. Я останусь с ним. У меня есть медподготовка. Хорошо. Я буду рада любой помощи. Да, нехорошо, что он без сознания. Тебя ирландец искал. Кажется, он на нижней палубе для техники. Вы с ним еще не помирились? Чан разжигает войну. Он может и по нам ударить. Мы погибнем и глазом не моргнем. Надеюсь, что все не так плохо, как кажется. Когда доберемся до Титана, будем знать наверняка. Ирландец хороший парень, но вечно ввязывает нас в эти передряги. Не знаю, может, я должен высказаться, но трудно. Член подразделения не должен действовать вопреки решениям командира. Это плохо влияет на сплоченность. Но с другой стороны, и о совести нельзя забывать, так? О чем это я вообще? Если уж на то пошло, решать должен был ты, а не ирландец. Эй, ирландец! Эй, как дела? Вот, возьми. У нас 396 выживших. В основном женщины и дети. Мы сделали доброе дело. Ага. Эй, ну чего вы? Давайте без этой чуши, что они враги. Нет, конечно нет. Но это не тебе было решать. Дан передал командование Рейкеру. Да ладно тебе, Пак, что важнее? Поступить правильно или соблюсти правила? Знаешь, что обсудим это наверху. Будут проблемы, я отвечу перед Гаррисоном. Да не будешь ты отвечать, а вот командир будет. В идеале на этом корабле может разместиться, пусть и с трудом, до 400 беженцев. Если Гаррисон злится, пусть себе злится. А мы сделали все правильно. Тебе надо придумать объяснение получше. Где, блядь, могильщик?
Сержант Рекер, берите своих людей и за мной. Я за вами, сэр. Ну же, Рекер. Часы на Титане тикают. Мне нужно видеть, что происходит на борту, прежде чем он уйдет на дно. Здесь действует множество факторов. Мы не знаем, кто на них напал, вернутся ли они. Никакие сюрпризы нам не нужны. Могильщик вас не подведет. Сержант Рекер, командование берет на себя агент Ковик. Подчиняйтесь его приказам, как моим. Разрешите обратиться. Но капитан сержант Это не обсуждается, Рекер. Ирландец. Подчиняйтесь своему командиру. Если кто выжил, то место для них я найду. Валькирия займет оборонительную позицию в километре к востоку от Титана. Агент Ковик, забирайте свой отряд. На Титане мы будем искать информацию и выживших. Берите оружие и дыхательные аппараты. Я приготовил надувной катер. Идите. Отряд мальчиков на побегушках. Да ладно тебе, ирландец. Торопитесь, Мортей. Время работает не на нас. Сержант Рейкер, за штурвал. Мы не знаем, что именно случилось, Мэрфей. Но это наш шанс пролить свет на ситуацию. Смотрите, не облажайтесь. Понимаю, агент. Множество людей на Валькирии зависит от нас. Тут дело далеко не только в Валькирии. Иди. А меня чуть сюда не определили. А сколько у нас хоть примерно времени, прежде чем он пойдет ко дну? Достаточно. А что именно мы будем искать, агент? Титан, херовина здоровая. Расслабься, наслаждайся поездкой, Мартин. Инструктаж будет, когда доберемся туда. Мы отправляемся в неведомое. Чем наслаждаться? Ирландец, хватит! Вы делаете свою работу, а я буду, блядь, командовать, ясно? Да, агент. Повтори, Мартин. Наслаждаюсь поездкой, как вы сказали. Данном риф на краю пропасти глубиной более 4 километров. Корабль может соскользнуть в любую минуту. Ковик, сэр! Куда нам идти? Как мы попадем внутрь? Поплыли вокруг него. Ищите пробоину в корпусе или что-то в этом роде. Сюда! Давайте в дыру! Я видел такие повреждения раньше. Китайская противокорабельная ракета. Плыви внутрь, Рекер. Слушай,
Титан был вне зоны действия шанхайского импульса. На нем сохранились неизвестные нам записи данных, охватывающие несколько часов. Вот почему мы здесь. Нам лучше поторопиться. Давай! Есть стратегия на тот случай, если эта штука перевернется. Когда-нибудь он с рифа соскользнет. И когда это случится, нам лучше быть в другом месте, с регистратором данных. Что-то не звучит как план отхода, не? Будьте осторожны. Мы на палубе С и направляемся к центральному посту живучести. Ищем люк G46. Он приведет нас внутрь. Хорошо. Где это? Туда. Вперед! А что можно выудить? Вот люк! Рекер нашел! Дай-ка я помогу тебе! Открывайте! Мы спускаемся туда? Плавать ведь умеешь, а? Морпех! Мы доплывем до средней палубы и вынырнем уже выше уровня моря. Приготовиться! Слышал, что этот мудак сказал. Прыгай. Слушайте. Слышавшие? Может, механический звук. Нужно идти. Уровень воды быстро поднимается. Ну что, готовы? Готовы. Они близко. Звук идет откуда-то спереди. Блядь, где же они? Сэр, кажется, это сигнал СОС. Кому-то, видимо, нужна помощь. Я этого не знаю, сержант. Наша задача не только гребан... Машинное отделение. Ничего себе. Весь этаж затоплен. Черт. Кажется. Они по другую сторону двери. Сюда. Быстро. Здесь. Эй, внизу. Вода прибывает. Мы должны нам помочь. Это единственный выход. Не волнуйтесь. Мы вас вытащим. Отойди, морпех. Блядь, приварено. Вынеси ее! Они, считай, мертвы. Пошли! Черт, нас два! Мы их не оставим! Да ты сказал, Мризахом, мы справились бы минут за 9, а вода прибывает. Мы бы вытащили уже трупы! Оставляем их здесь, это приказ, ты слышал слова Гаррисона? Да пошел ты! Держитесь, ребята! Нет, ладит, нет! Отдай! Черт возьми, ладит, успокойся! Ничего не поделать, пойдем! Вперед, вперед! Сукин сын, я ему устрою. Он у меня получит. Рекер, нужно идти. Эй, нас заперли здесь. Не оставляйте меня, я не хочу тут умереть. Кто вас запер? Нас заперли здесь, а потом оставили. Не знаю почему. Дали по кораблю ракеты, а потом поделись на борт? Это бред какой-то. Рекер, пойдем. Эй, я не хочу здесь умереть. Нет, прошу вас. Передайте моей маме. Передайте ей. Я не могу вот так.
давайте заканчивать цель. Через пару минут он пойдет ко дну. Ты нашел его, Рекер? Теперь валим нахер с этой рухлини. Как раз, блять, вовремя. Назад на Валькирию. Я слышу голоса. Снимаем их по твоему сигналу, Рек. Давайте в путь. Бегом! Внизу!
грузовой катер. Мы теперь сраные катера угоняем. Это наш единственный шанс свалить отсюда нахер. Прыгаем с корабля, это наш выход. Ты что, совсем? Черт! Все ближе. Заходит для обстрела. Боже! Боже! Черт! Гаррисон.
американский мостик замолчал минут 10 назад. А люди, которые были с Гаррисоном? Каким? Супруги китайцы? Да тут повсюду китайцы! Блять, нужно добраться до мостика, быстро! Капитанскому мостику! Веди, Рэй! Осторожно, ребята, тут не поймешь, кто друг, кто враг. Пройти через медотсек. Открывай, Рекер! Ханну в беде! Вынужден бей! Какого хрена, Пак, давай! Она дело знает. Где он, черт побери? В другом месте. Приказ Гаррисона. Что? И ты его оставила? Ему наплевать на меня, что я должна была делать. Драться с ним? Я держала оборону. Позвоните на мостик, спросите Гаррисона, где он. Он вас послушает. Боже, Ханна, мостик отрезан. Уходим отсюда. Могильщик, вперед! Я за вами. Полна сюрпризов, да, Ханна? Чисто!
Одному мне не справиться, Рейкер, помоги мне! Давай! Валькирии шубки плохи. Воздушная атака. О, нет. Транспорт! Указание! Сидите их, пока они не высадили бойцов! Не дайте этим ублюдкам добраться до капитанского мостика. Ковик! Ковик! Скорее, возвращайся к Ковику! Как он?
твою мать! Вот и зла. Вероятно, здесь вся информация. Возьми! Коды знает Гаррисон. Чан! Чан будет вас искать! Вы теперь в самой гуще событий. Смотри, чтобы он выжил. Морпехи, скажите Гаррисону, что он должен ей доверять. Спасибо. Рекер! Рекер! Теперь ты главный! Идите! Идите! Пошли. Ну же, пошли! Я пойду первым, командир. Какой будет приказ? Отправляемся на мостик и ищем Гаррисона. Похоже, ты снова командуешь. Черт! Чисто! Чисто! Капитан Гаррисон, мост чист. Он в порядке? Состояние стабильное. Где агент Ковик? Он не выжил, сэр. Черт подери. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Однако ее здорово потрепало. Мы далеко от дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть! Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я оценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Пак, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Пак. Рекер. Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рекер. Вперед, морпехи, вперед! Приказ капитана, ирландец. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. Добровольцем? А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого дело, дамочка? Я лишь хочу помочь. Вы же меня поддержите. Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцы на Валькирии, я знаю, что мы устали. Все мы страдали.
Потеряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Шторм еще набирает силу? Кто знает. Он может через полчаса утихнуть. Это больше похоже на тропическую депрессию, чем на тайфун. Что такое тайфун? Вас вызывают ураган. Шторм или нет, этот план мы должны осуществить. Если ракеты не попадут в цель, пострадает много людей. Трекер, прямо впереди. Пустое место на берегу. Подплывай. Каюта, аккуратнее. Зачищен! Значит, нам нужно пройти под мостом впереди? Думаю, да. Думаю, это и есть наши ворота в город. Иди первым, Рекер. Черт побери! Вперед! Продвигаемся! Должны починить все снаряжение. Сейчас их порошок сотрут. Давай, Пинок, посмотрим, с кем имеем дело. Thank you.
магазин. Дайте пыль! Никуда не слышу! Магистр, держитесь рядом! Мы выдвигаемся! Нам надо туда добраться! Прячься за танк, Крекер! Парни, вы в порядке? Люк был открыт. Чуть не сдохли от воздушного взрыва. Что произошло? Взрывная волна. Им повезло, что они живы. Давайте возьмем танк. Магистик. Наивно. Нужно продвигаться в город.
Нам нужно перебраться туда. Да, и сделать это без риска. Иначе задание накроется. По другую сторону этого здания должен быть мост. Оттуда сверху обзор может быть лучше. Господи, продрог до костей. Мост вон там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше.
Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Черт! Помоги мне, Рекер, не доверяй. Она что-то скрывает. Присматривай за ней. Идемте дальше, да побыстрее. Мне кажется, я вижу самолеты. Только истребителей нет. Они их выведут, это просто вопрос времени. Давай же, буря долго не продлится. Но что-то пока не похоже. Передвигаемся за машинами. Не высовываться. Этот тропический, как его там, просто ужас. Да, но это нам на руку. Осторожно, движение впереди. Отвертаю, цель поражена. Ладно. Мы тебя вытащим. Помоги сдвинуть. Пытаюсь. Черт, Товкос, толкай! Живее, рука свободна. Контакт! Прицель, прикончивай! Цели поражены! Чисто! Встаем! Ладно, назад к машине. Пак, разбей окно. Хана, проверь ручной тормоз. На счет три. Раз, два, три. И получается! Надо уходить с этого места. Тут слишком опасно. Мы тебя не оставим. Никто никого не оставит. Толкаем! Дай мне руку. Ты должен был освободиться. Почему не получается? Он черт застрял, возьми! Что ли? Лямки! Он зацепился лямками! Ясно! Что это? Чертовски большой корабль! Лямки! Резьте! Резьте лямки! Давай, давай, держись за меня! Держись! Сюда!
Наконец-то мы спрятались от пули. Сигнальные ракеты у тебя. Не волнуйся у меня. Ну, парни, что дальше? Нам надо выбраться наверх и подтвердить координаты. Не-не-не. Тебя-то кто спрашивал? Я хочу услышать это от человека, которому я могу доверять. Ага. Подтвердим координаты, пульнем из ракетницы и свалим. Без проблем. Парни, а вы давно вместе работаете? Тут старый знакомый. Ирландец, рэкер. Дан тоже. Он был командиром раньше. Я с ними около года. А что случилось с Даном? Его забрало море. Тайник. С оружием, рэкер. Наземная команда и несколько стрелков. По лестнице, Рэкет. Как думаешь, парень? Вы близко к одному из главных ангаров? Твою мать, ты не командир, Хан. Ты что, взбеленился, ирландец? Давайте сюда. Думаешь, мне нельзя доверять? Я вру? Я тебе ничего не сделала. Вот именно. Ты для меня ничего не сделала. У нас доверие обычно зарабатывает. Левой стороны.
Быстрее! Смотрите, чтобы огонь не прекратил вам путь! Перед ангарным площадкам! Подкрепление! Они нас окружают! Мы совсем близко! У меня аж яйца вспотели! Парень, пока не рассредоточились! Отжать! Давайте! Еще раз! Давай же, давай! Ты что, сука, творишь? А вот и они! Поехали, поехали! Едем! Приготовься, Рейкер! Очнись, черт возьми! Пак! Не смей, сука, умирать! Ну же, черт побери! Пак! Там зажжем! Учат от Амела! Какого хера? Ах, ты ж еб! Берем этого. Извини, Рекер. По-другому нельзя было. В ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блять. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, каковы шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы их когда-нибудь еще увидим. Ваше задание в Шанхае, сержант Рекер. Расскажите о нем. Что?
美国佬们肯开口了吗? 快给我抓进来, 给我坐好! Номер части? Какое у вас было задание в Шанхае? Кимбл Грейс, сержант! Оставь его в покое, ублюдок! А ты заставь меня, сержант! Рекер! Рекер, не отключайся! Держись, Рекер! Я оторву тебе руки, найду эту сучку Хану и отхерачу ее так, что мало не покажется. И ее сраного мужа тоже. Ее мужа? Какого еще мужа? Ты что, бредишь? Вы думаете, я такой тупой? Тот мужик в пинтах, я все знаю. Значит, он все еще жив. Ваш корабль называется «Валькирия», так? Что? О чем вы, ваша мать? Вы понятия не имеете, кого привезли из Шанхая. Да. 好，把他们消失。没问题。Рака，держись，Рака。 Рекер, Рекер, они говорят, тебя так зовут. Ты что-то знаешь о Цзиньцзе? Я слышу, как они говорят. А тебе я Цзиньцзе. Говорят, ты что-то знаешь. Эй, сержант, очнись. Ты же американец, забыл? Думаешь, твоя страна станет тебя спасать? Нет, ты сгниешь здесь. Причин доверять мне у тебя нет. Но один человек может сделать не так много. Вся цепь не крепче своего слабого звена. Ты сильный, и тебе хватит сноровки выбраться из этого сраного места. Я тебе доверяю. Ты меня понял? Разве что тебе хочется вдыхать эту вонь. Последние часы своей жизни. Если ты пережил ядерный взрыв, как я, или сражаешься за свободу, как ты говоришь, от смерти пристала. Что за той стеной? Снова тюрьма или свобода? Тебе что, неинтересно? За мной! Черт! Смотри, куда руки ставишь. Лезь, давай. В сторону. Нужно прыгать. Хорошо. Будем держаться вместе. Выживем. А теперь осторожно. Получишь пулю, я помочь не смогу. От мертвого морпеха пользы никакой.
Давай, сержант. Хорошо снова иметь цель. Делай то, что делаешь лучше всего. Твое появление просто подарок. Суматоха поднялась нешуточная. В центральной вышке есть система блокировки механических замков. Мы откроем в этом чертовом месте все помещения. А теперь осторожно. Сними охранника. Только тихо. Другу нужна помощь. Пошли. Подождите. Пак. А где Пак? Черта с два я его оставлю. Давай, идем со мной. Вперед. Где Пак? Куда они его дели? Да о чем вообще? Впереди лифт. Это единственный выход. Без Пака мы не уйдем. Я здесь помирать не намерен. Черт! Уберем. Очистим сектор!
Это выход? Да. Почему ты нам помогаешь? Это вы мне помогаете. Когда-то я спускался по этой шахте. Это твой товарищ по оружию? Он нормальный? Где мы? В Сингапуре, да? Хорошая шутка. Твой друг шутит. Я ирландец. Ты рэкер. Пак. Пак. Вот черт, точно. Так вы не знаете, что там наверху? Понятия не имеете, да? Скоро все узнаете. Пусть идут первыми. Нарвутся на пули. Мы должны идти за ним, но что-то мне эта херня не нравится. Где мы, черт возьми? Рядом. Главные ворота. Осторожнее, Рэкер, там не трое, если что. Ворота открыты! Быстрее! Давай, Рэкер, хватит с нас этого дерьма. Русский чувак, походу, знает. Поговорим, когда выберемся. Пульт управления? И где его, бля, искать? Рядом с воротами.
Спокойно, американец, я все поправлю. Давайте, давайте, пошли. Комната управления, Рекер. Заходите! Где же это? Так, хорошо. Это хорошо. Надеюсь, все, блядь, получится. Я прокручивал этот день у себя в голове уже очень-очень давно. Чувствую себя разбитым. Что он, блядь, говорит? Вертолеты! Мне нужно время, чтобы открыть ворота. Комнату управления. Thank you.
Пошли! Ладно, русский. Давай, открывай ворота. Да, сейчас все сделаю. Сработало. Они открываются. Это что еще за херня? Заело! И так хватит. Женщину, которая нас только что спасла! Успокойся! Чертовства! Ты нас сдала! Дай мне объяснить! Нахер все! Ты предательница! Ты работаешь на Чана! Нет! Если я кого и предала, то только Чана! Он хотел убить Цинзе, а я должна была его защитить! Ну и что с того? Он все равно, блядь, мертв! Нет! Ничего подобного! Замолчите, детки! Вы же не хотите здесь подохнуть! Пойдемте! Хватайте оружие! Ругаться будем потом! Верить не могу во всю эту хероту. Пора выбираться отсюда. Сержант, помоги мне с воротами. Рекер, вот, возьми. Бинокль все еще у тебя? Господи, какой мороз. Где мы, мать ваша? Огрейте как! Свобода! Хорошее место для тюрьмы. Будьте осторожны. После тебя? Конечно. Пригнитесь, бежим! Нет. От укрытия к укрытию. Вокруг. Валите!
мосту чисто! Тут повсюду этот сраный снег! Убираемся отсюда.
Тут металл тонкий. Мы как селедки в почке. Есть идея получше, ирландец. И говорилось, что Дзиньзэ не погиб. Чан пробовал его убить, но не вышло. Теперь он на борту Валькирии. Твой так называемый муж, что ли? Да, это был план ЦРУ. Если Чан узнает, где он, будущее Китая будет под угрозой. Да пропади этот Китай. Под угрозой будут все на борту нашего корабля. С этим мы ничего не поделаем, друг мой. Ты кто, блядь, такой? Это что, блядь, за чувак? Черт. Это тоже часть гребаного плана? Вертолет! Летит сюда! Парни. Я выживу. Русский чувак погиб. По крайней мере, он умер свободным. Подъем. Нам предстоит долгий путь. Проверка систем. Есть короткие волны, сэр. Также работают РТР и несколько основных приемников. Как приблизимся к Суэцу, попробуйте связаться с Исмаилией с помощью направленных антенн. Но до тех пор сохраняйте молчание. Слушаюсь, капитан. От могильщика сигнал не поступал? Ничего. Ни малейшего признака их радиомаяков, сэр. Мы здесь все сдохнем нафиг. Будем держаться вместе, не умрем. Ну, сука, и колымага! Хочешь, чтобы я села за руль? Нет, но я справлюсь. Я вперед перелезу. Без еды и воды мы долго не протянем. Посматривай назад, Трекер. А далеко до этой чертовой авиабазы? Ты точно в порядке? Давай я побегу. Да никогда в жизни, Ханна. Почему ты не можешь мне просто довериться, ирландец? Да хорош уже. Я ни хрена о тебе не знаю. И вообще, ты за что сражаешься? Знаешь, забудь. Да ну. А ты попробуй. Я познакомила Дзиньзэ со своими родителями, братьями и сестрами, и их детьми. Я хотела, чтобы у них была надежда. На следующий день пришли войска Чана и сожгли деревню. Их всех убили. Постой. О, похоже, теперь моя очередь удивляться. Слушай, Ханна, мне жаль, хорошо? Доверие надо заслужить, ирландец. Вот дерьмо! Шоп-шоп-шоп! Русские! Думаешь, они нас заметили? Не шевелись, и все будет в порядке. Это, по-твоему, в порядке, Ханна? Нужно сваливать отсюда, их слишком много. Тихо, морпех! Давай, давай, пошли вперед! Все чисто, у нас 3 минуты. Это что, наблюдательный пункт? Да, давайте, надо уходить. Вы нас чуть не засветили. Смотрю, вы морпехи. Отряд могильщик, 7-я флотилия. Да? Сам-то откуда? Бруклин, восточный Флетбуш. Школа Тилден или Вингейт? Джордж Вестингаус. Правда? Да ладно, мой брат туда ходил. А у отца ресторан в Браунсвилле. А с тобой кто? Рейкер, командир отряда. Китаянка-разведчик и просто хороший человек. Как добраться до авиабазы? Только чудом. Дайте я вам покажу, с чем вы имеете дело.
Тут повсюду русские. Мы потеряли авиабазу, и нас оттеснили к старому городу. Нам нужен транспорт на запад. Где ваш командир? В старом городе, если пробьетесь. В километре на восток. Ориентируйтесь на голубой купол и найдите майора Гринланд. Ее вы не пропустите. Эй, установите связь с Гринланд и сообщите ей. Да, сэр. Лучше выхода нет? Так точно. У вас в машине осталось что-то, что вы не хотели бы отдавать русским? Разве что их интересует грязь. Рейкер, так? Когда это закончится, сходите всем отрядом в ресторан моего отца. Горячие пирожки малины. Лучше им понадобится с курицей. Ну что, морпехи, готовы? Сжигаем все и исчезаем отсюда. Давайте! Лучше им понадобится с курицей в городе. Черт, как я есть хочу. Старый город далеко, и это все вражеская территория. У них бронетехника. Ложись! Ложись! Рака, ВТРК на крыше. Не обойдись. Гребаные русские помогают Чану. Наши данные подтвердились. Какие данные? Из Баку, за которые погиб Дан. Разберись с этой БМП!
Чисто! Похоже, чисто. Осторожно. С той стороны должен быть выход. Анна, чего-то больно притихло. Анна, ты как? Да. Да, я в порядке. Смотри, Рекер, за мостом! Старый город! Эти русские готовятся к серьезной атаке. Все их внимание на опорном пункте США в старом городе. Прямиком к месту. Надеюсь, до того, как они расстрелят наших. Не видишь, можно ли перебраться по-тихому? Thank you.
Рекер, старый город, через мост. Пошли. Посмотрим, пустит ли нас Гринленд. Могильщик, так? Готово. Спасибо за поддержку. Нет проблем, Морпе. Рад помочь. Проход! Свободен! Могильщик, майор Гринленд вас ждет. Рады видеть вас, бар. Вы, наверное, прошли там через рамку. Ну, послушай, да, там пайки уж там. Спасибо, старик. Нет, я так не думаю. А? Что? Ладно. Хорошо. Мне насрать, что вы должны делать. Просто делайте. Тут никто не спал и не ел уже 3 дня. Это вы, могильщик? Да, мэм. У нас полчаса, пока русские не вернулись. Все должны получить еду. Я пришлю ребят, чтобы распределить ЕРП. Индивидуальные рационы питания. Понятно? Идите. Майор, я... А вы за ним. Похоже, мы нашли Гринленд. Пошли, Рекер. Почему вы все еще здесь? Если коротко, мэм, то мы оказались в тылу противника. Если бы мы вернулись на наш корабль. Если бы докобы, да во рту росли грибы. Наша Валькирия, наверное, уже в Красном море. Охренеть! Вы что, за борт свалились? Где мой кофе? Мэм, нам непременно нужно найти транспорт на запад. 3 дня назад на наш аэродром приперлись русские. Другие наземные части вот-вот будут здесь. Пути снабжения нам перерезали, и их в 12 раз больше, чем нас. Поэтому, к сожалению, я помочь ничем не смогу. Положите, а не то разнесете все вокруг. Насколько русские сильны в воздухе? Недосягаемы. Берег под плотиной прикрывают зенитки. Защищены они отлично. Зенитные комплексы под плотиной? А мы здесь. На высоте. Все наши части на высоте, как аэродром. Из гражданских кто-то остался? Всех эвакуировали, сержант. Гражданских нет. Так точно. Город пуст. Что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю, майор. Немного разочарован, что вы не можете нам помочь. Но мы будем рады перевести вашу взрывчатку в определенное место, если у вас еще осталось. Перевести можно. Только верните машину обратно. Рабочие рации тоже есть, если хотите поддерживать связь. Друг с другом. Не со мной. Ничего не хочу знать, пока ваша безумная затея не удастся. Будет вам тогда транспорт на запад. Спасибо, майор. Присматривай за взрывчаткой. Я за руль. Я не уверена, что это хорошая идея. Я убежден, что хуже идеи быть не может. Поездка туда не из коротких. Рекер, выглядишь погано. Приляг и отдохни. Разбужу, как подъедем к дамбе. Ирландец? Да. Ты говорил о людях, ждущих тебя дома. Кто они? Жена и трое детей. Вот это, блядь, да! Ага, огромная. Думаешь, взрывчатки у нас хватит? Если правильно разместим, то хватит. Начнем отсюда и заложим заряды по периметру дамбы? Видишь, в середине. Похоже на слабое место. Разместим там основной заряд. У тебя диплом инженера? Мой диплом инженера сродни твоему диплому медика. Вообще-то у меня есть диплом медика.
Ты точно уверен? Уничтожим ее изнутри. Ну что, готовы? Ага. Пошли, Рек. Осторожно. Идет вертолет. Thank you.
попасть внутрь. Мы нашли лифт. Идешь, Рекер? Должен признать, Ханна, ты знаешь, что к чему. Обычно сотрудники личной охраны на поле боя не ориентируются. Выбора у меня особо нет, ирландец. Да ладно. Дело явно не только в том, что тебя приперли к стенке. Ты что-то скрываешь. Точно говорю. Все еще темнишь чего-то, секретничаешь. От старых привычек трудно избавиться. Согласен. Я не всегда состояла в охране Дзиньцзе. Я вызвалась добровольцем, и меня перевели. Откуда? Зря стараешься. У девушки должны быть секреты. Ты ведь тоже мне не станешь рассказывать все о могильщике. Это правда. Не сомневаюсь. Чан наш враг, и мы на одной стороне. Но после того, как все уляжется, а я верю, что мы победим... Тогда я буду нужна Китаю. Понимаешь, я ведь не могу просто взять и забыть, кто я и откуда. Я тебя понимаю, Хан. Что это было? Электричество отрубили. Блин, уходим, быстро. Пошли, пошли. Надо установить взрывчатку. Есть. Ладно, мы тебя прикроем. Вон они! Ханна, живее! Рекер, сюда! Прикрой ее! Мочи этих мудаков! Мочите их! Вы вообще не прикрываете! Следи за деньги, Рекер! Он готов! Проверить магазины! Есть! Коридор расчищен! Теперь нужно установить второй заряд. Рекер, твой выход. Мы прикроем. Выход свободен. Они прорвались. Держи. Блин. Теперь только вперед. Пошли. Не подходи к краю. Давай, ирландец! Нам еще третью бомбу надо заложить!
Вот здоровая труба. Я поставлю последний заряд. Прикройте меня. Сейчас или никогда, Рекер! Взрываем заряды! Мы слишком близко! Нахрен все! Рекер! Жми! Только два взрыва. Черт! Ну же! Принесло! Ха-ха-ха! Было как понята! Нет! Нет! Держите! Вот черт! Морпехи любят воду, да? Мне пришлось вытаскивать ирландца того, из кучи. О чем вспоминать не будем, Ханна. Невероятное везение. Наверное, поэтому тебя и зовут ирландцем. Если бы. Рекер, пошли. Давай, Рекер! Пора пошли, уже валить отсюда. Пошли. Это Гринленд? Полагаю, да. Она обещала нам транспорт. Пошли. Надеюсь, что с Цзиньзе все в порядке. Вам нужен транспорт на запад. У вас на подготовку где-то 2 минуты. Часы тикают, придурки.
Мы думаем, что Валькирия направляется к Суэцкому каналу. Не волнуйтесь, будет вам Суэц. Но если ваш корабль там, им понадобится любая помощь. О чем вы, черт возьми, говорите? Следи за языком, сынок. Китайцы захватили северную часть Суэцкого канала, а мы ее забираем назад. Ваш корабль попадет в такое говно. Удачи. Спасибо, майор. Вам спасибо, ублюдки. Забирайте их отсюда. Если Чан захватил канал, Дзиньцзе направляется прямо к нему. Вперед, в руки. Мы должны вернуться. Если за ним. Если действительно везучий, то утонул бы. Ты в порядке? Ирландец. Это потому, что ты пьешь виски? Я уже 3 года не пью. Ты ходил в университет Нотр-Дам? Нет. Меня называют ирландцем, потому что у меня... У меня... Счастливого пути! Привратник, это крепость. Повторите, вы пропадаете. Прием. Китайцы, канал к северу от озера. Не входите в канал. Не входите в канал. Вот зараза! Сэр, можно попробовать азбуку Морзе. Сигнал должен пройти четко. Нет времени. Эсминцы у нас на хвосте не будут делать паузу и ждать нас. Какой будет приказ, сэр? Включите радар, сонар и все имеющиеся сканеры, без исключения. Мне нужно знать, в какую жопу мы плывем. Три самых худших часа в моей жизни. Не о таком возвращении домой я мечтал. Вон Валькирия. Да. Плывет в смертельную ловушку. На крюк! На крюк! В порядке? Сырая крольчатина и сухой паёк. Желудок у меня крепкий. Вот зараза! Проверить путяжные палы! Захочешь плевать? Целься во врагов на земле. Проверить снаряжение! Охренеть, Рекер. Мы высаживаемся в зоне боевых действий. Бросить груз! Готовь! Пошел! 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 Не пошел! Такую фигню! Крепость, это могильщик 3, прием! Повторяю, крепость, это могильщик 3, как поняли, прием! Они целятся в Валькирию! Всем позывным в этой сети! Говорит крепость! Меня кто-нибудь слышит? Нас берут на абордаж. Повторяю, нас берут на абордаж. Они долго не выдержат. Мы можем высадиться прямо на палубу. Давай на палубу. Хера врагов! Осторожно! Сюда, на волна!
осторожнее. Берегись! Дерьмо! Надеюсь, Гарри, что там нет. На палубе чисто! Гаррисон где-то внутри! Ну же! Я должна спасти Дзинзе! А куда нам? Вниз! Еще на один уровень вниз!
посмотрим в оба. Ханна, ты налево, а я пойду по коридору. Ищите дальше. Чисто. В живых никого. Бросай мудила! Господи, Рек! Я снова чуть в тебя не пальнул. Вы вернулись. Могильщик снова в строю. Сокинсен, мы думали, что ты мертв. Да уж, черт. После того, как вы меня бросили... Где Дзиндзе? Он живой? Ты еще с нами? Круто. Дзиндзе в безопасности. Я отведу вас к нему. Сержант Паковский, что делать с беженцами? Морпехи, оставайтесь с ними. Могильщик отправляется в медотсек. Я за тобой, сержант. Осторожнее на поворотах! Эй, Пак, что произошло в Сингапуре? Как ты выбрался живым? Эти суки хотели меня оттрахать, но я свалил нахер. Больше не спрашивайте. Просто интересно, с чего это ты и материться начал. А ты попробуй проползти 1000 метров по канализации с дырой в животе. Да уж, ближе к аду вряд ли будет, Пэк. Ты со мной, Рэп? Атакуем одновременно. Открывай дверь. Пошел, пошел! Противник убит. Сэр, мы идем. Прибыл могильщик. Хорошо, только быстро. Лучше поздно, чем никогда, отряд. Надо его отсюда вытаскивать. Вы были без сознания несколько дней. Вам даже разговаривать нельзя. Мой голос, мое оружие. Когда я молчу, я ничто. Ран из Шуана. Той бочи. Пухуан. 你永远是我的后盾. Это за мной? Люди Чана? Возьмите. Мы должны вытащить вас отсюда. Я сложил оружие, капитан. Мои братья меня не убьют. Может быть, я не совсем ясно выразился? Ваши братья считают вас мертвым. Вы такая же цель, как и мы. Вас приказано найти и уничтожить. Значит, они должны увидеть меня, узнать, что я жив. Они забудут о своем задании и сложат оружие. Спустим их и посмотрим, что будет. Да. Это была шутка. Ирландец, Рекер, прикрывайте дверь. Я серьезно. Если мы будем драться, все кончено. Я сам открою дверь. Я не пущу вас. Послушайте меня. Они убьют вас, как только ворвутся сюда. Вы живы только благодаря этой двери. С такой травмой ему вообще нельзя подниматься. Эти разговоры – последствия сотрясения. В этой комнате я невидим. Я уже мертв. Мы все мертвы. Если я не могу показать свое лицо и обратиться к своим братьям без страха, то я проиграл. Я не знаю, где я. Откройте дверь, сержант. Спокойно! Спокойно! Эй, шелди! 你被骗了。如果你用你听我会告诉你的事情， 你делай этого. Блять, не вздумай. Отбой. Мы要告诉其他人，真正活了。哎，这是野火，对，真正活了，在地砖上面。是，是真的，真正活了，真正活了。 У Сокина сына получилось. И что теперь? Там везде еще полно китайских солдат. Они знают, что это он.
Они сообщат всем. Так, какого хера? И откуда это? Это Чан. У них военный корабль к северу от нас. Ах, он сукин сын. Хочет похоронить правду и всех людей вместе с ней. Мы можем нанести удар. Нет, у нас ничего не осталось. Даже С-4? С-4 у нас хватает. Только что, черт возьми, мы с ней будем делать? Дайте мне надувной катер и весь оставшийся запас С-4. Вы это серьезно, ирландец? Да. Так точно, сэр. Хорошо, Пак. Покажи им. Рекер, ирландец, идем со мной. Ханна, ты в этом уверена? Чинчен. Ни сэнти чен кан. Бог в помощь. Слушайте сюда. Загрузить катер С-4 и подготовить к отплытию поживее. Никаких извинений, мы уже в пути. Потрясающе. Он всегда такой? По праздникам. А ты точно за ним не замужем? Я замужем за тем, за что он сражается. Ханна, тебе никогда не хотелось, чтобы все было иначе? Хотелось, конечно. Но за это нужно сражаться. Ты свой человек, Ханна. Это вам, сержант. Ты не с нами, Пак? Останьтесь в живых. Это приказ. А вы держите Валькирию на плаву до нашего возвращения. Ура! Твою мать! Поехали быстрее! Это хреновая идея! Вне зоны видимости. Приготовиться. Крепко. Ирландец. Не волнуйся. Они довольно крепкие. Ну да, конечно. Сделаны в Швеции. Ну да, сразу полегчало. Крепость. Это могильщик 3, мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Ханна, жми на кнопку. Черт возьми. Красный, что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С-4? Хорошо, дай мне. Я не дам рисковать тебе жизнью, Ханна. Я ведь ирландец, помнишь? Везунчик. Ну уже, Рекер. Давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь, и точка. Да... Когда детонатор загорится зеленым,
Жми на кнопку, Рекер. Ирландец! Черт. Установил. Все готово. Давай, Рекер, жми кнопку. При взрыве он погибнет. Черт, возьми, матерщик. Взрывайте этот корабль сейчас же. Черт, Ирландец. Мы сделали все, что должны были, Рекер. Его смерть не была напрасной. Крепость — это ищейка. Могильщик на борту. Мы везем их обратно. Вы всех нашли? Один из них пропал без вести, сэр. Мы ничего не можем поделать. Нужно немедленно улетать. Черт, понятно. Что же, возвращайте моих морпехов домой. Когда-то я любила ходить в горы. У них тихо и просто. А у меня был дядя. Дядюшка Джей. Вот он-то и научил меня всему, что связано с походами. А я думала, ты был городским мальчиком. Ну да, до мозга костей. И вот мой дядя не был городским. Родом из Каролины. Уехал оттуда давным-давно. А где он сейчас? Не с нами. Мне очень жаль. Да, но что тут, блядь, поделаешь? Нужно жить дальше, так? Стараться беречь то время, которое у тебя есть. Мы теряем многих любимых людей. Слишком многих, слишком рано. Иногда я думаю, что лучше всего этого избегать. Быть проще, понимаешь? Мне так не кажется. Сохранил или потерял, нельзя жалеть. Никаких сожалений. Давай, Ханна, скажи, никаких сожалений. Никаких сожалений. Да, именно так, черт возьми. Именно так, никаких, блядь, сожалений. Без сожалений, никаких, блядь, сожалений. Другой разговор.